Первая выставка работ преподавателей Орской детской художественной школы состоялась в Кривеческом музее. Ее мысль – единство многообразия. 10 очень разных по опыту, характеру, увлечениям и темпераменту участников вынесли на суд зрителей работы, сделанные для дома, для себя. Поэтому от каждого экспоната исходит тепло домашнего очага. Ой, волнение и переживание за первой выставкой. Я очень переживаю. Я давно педагогов хотел. Ну, каждый раз говорил, давайте. Вообще это хотел еще давно Александр Иванович. Мы как бы воплотили это в жизнь и попытались, то есть, представить городу на суд наши работы. Мы то, что не просто учим детей, а и творчески работаем. Очень переживаю, волнуюсь, не знаю, какие будут оценки, потом, наверное, почитаю книги отзывов. Ну, мы очень долго ждали выставки учителей, потому что выпускники, сначала была у Димы, потом у меня, у Юли Холпа, у Ольги Рихерт. Вот, и просто назревал такой момент, что учителя тоже должны были выставиться. И мы очень даже хотели посмотреть, как они рисуют. И мы гордимся учителями нашими, нам очень все понравилось и любим их.